Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек, и сегодня посмотрим, как проверить быстро бесперебойник. То, что он вообще рабочий. В общем, у меня есть вот такой вот бесперебойничек. Купил я его на Авито где-то за 470-450 рублей. Ясное дело, он без аккумулятора, бэушный. Так, выглядит вот так вот. АПС блок. 650. В общем, где-то он на 400 ватт мощности. А вот здесь вот крышку открываем. Вот такая крышка есть. То есть вот так чирик. Открываем. Тут, ясное дело, батареи нету. И как же нам его проверить? В общем, нужен какой-то блок питания на 12 вольт. То есть у меня ни розеток, ничего к нему нету. Так, провода благополучно отвалились. В общем, что мы делаем? Вот тут выставляем 12 вольт. Ну, это мы потом сделаем. Сначала подключаем клеммы. Тут достаточно для проверочки будет просто подцепиться, чтобы оно хотя бы что-то работало. Так, все, на соплях кое-как держится. Нужно еще мультиметр, чтобы посмотреть, что у нас из этого получилось. Так, включаем блок питания. Если есть какой-то другой, то тоже подсоединяем примерно таким образом. Черный к черному, красный к красному. Так, дальше. Включаем. Так, давайте это отниму немножко. Включаем его. И он у меня начинает пищать, потому что нету сети и как бы работает якобы от аккумулятора. Видите, написано on battery, то есть от батарейки работает. Вот, и послушайте звук. Не знаю, слышно вам или нет, там трансформатор внутри, он пищит. В общем, показатели вот такие. Вот здесь вот сзади есть выходы. Так, вот это у нас, я не знаю, вход, наверное, или для батарей каких-то. В общем, здесь напряжения нету. Это вход. 220 вольт, это вот три, как я понял, выхода. Вот так вот подцепляемся туда мультиметром, главное аккуратно, и смотрим, 230 вольт. То есть без нагрузки он вот такое напряжение показывает. Скорее всего, он рабочий. И сегодня мы будем подключать к нему лампочку. Вот таким вот образом сделано подключение опасное. Здесь я струбциной провод зацепил, и лампочка у нас. Так, нужен блок питания какой-либо. Я здесь выставил 13 вольт. Давайте чуть поменьше сделаем. Где-то 12,9-13 вольт. Ручку ампиража выкрутил на максимум, потому что лампочка где-то 65 ватт. И давайте включать. Сейчас он будет пищать, так что просто смотрим визуально. Так, ладно, 13,1 вольт. Нам, наверное, все-таки поменьше надо делать. Что он при нагрузке он вообще почему-то постоянно начинает орать. Так, включаем. Все, когда вот так вот загорается он battery, значит он заработал. Он проверяет, что нету входящего сигнала. Сейчас там не будет гореть это дело. Все, блок питания работает. Ужасное пищание, мерзкое. И давайте посмотрим, как будет работать 65-ваттная лампочка. Вот таким вот образом. Все, вырубаем, потому что он будет пищать. Надо ему пищалку, в общем, выключать. Вот такой быстрый тест, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в новых видео. До скорых встреч. Пока-пока.